Всем привет, и это снова я, Полина. Сегодня, в честь новогоднего вечера, я хочу показать вам вот такую вот вечернюю прическу. Всем, кому интересно, пожалуйста, продолжайте смотреть. Все, что мне понадобится для создания этой прически, это, как обычно, щетка или расческа для волос, крабик или резинка для волос для того, чтобы закрепить в сторону и брать в сторону пряди, которые не нужны будут в какой-то момент в работе, шпильки и невидимки для волос, 4 маленькие эластичные резинки, подходящие по цвету к цвету ваших волос, и пара декоративных заколок. Ну и, конечно же, лак для закрепление прически в конце. Первым делом я хочу разделить волосы на две равные части пробором от уха до уха через макушку головы. Вот таким вот образом. Нижнюю часть я сразу закручу в пучок и закреплю крабиком, чтобы эта часть волос не мешалась на данный момент мне в плетении косы. Две прядки над ушами я тоже убираю из работы, они мне на данный момент не понадобятся. То есть я буду заплетать косу из этой части волос. Для этого я и отбираю первую прядь волос вдоль линии роста волос у лба, разделяю на 3 равные части и начинаю заплетать французскую косу. Французскую косу закладывая боковые пряди над средней прядью и постепенно вплетая в косу волосы из оставшейся массы волос, которую мы оставили для этой части плетения, не захватывая волосы из прядок у висков. Когда все волосы из этой части вплетены в французскую косу, я приостанавливаю плетение и слегка подергиваю прядки косы для создания большей пышности и объема прически. И заплетаю косу до самого конца, закрепляя на конце эту косу маленькой эластичной резинкой. Слегка подернув прядки в плетение косы, для добавления ей больше объема, я закручиваю эту косу, убираю ее хвостик вот таким вот образом под плетение и закрепляю созданное кольцо шпильками в таком состоянии максимально стабильно и неподвижно. Теперь я хочу заплести французские косы, прядки, которые мы оставили у виска и над ухом, введя эти французские косички к макушке. Теперь, когда 3 части, отдельные пряди из 4 заплетены в косы, осталось заняться последней и, пожалуй, самой необычной и сложной. Эту косу, французскую косу, я хочу заплетать от шеи к макушке. Для этого я наклоню голову вперед и начну заплетать французскую косу в непривычном для себя положении. Thank you.
эту третью косу я хочу точно так же, как первую, закрутить в кольцо и закрепить под ее плетение вот таким вот образом. С помощью шпилек. Эти две маленькие косички я хочу закрепить в прическе с помощью крест-накрест продернув их в кольца кос вот таким вот образом. Хочу закрепить в прическе с помощью невидимок, постараюсь максимально задекорировать и скрыть невидимки в плетении кос. Так. И вот так вот. Вот какая получилась прическа. Осталось только украсить ее вот этих местах двумя одинаковыми декоративными заколками. Ну вот и все, эта прическа готова. И новый 2012 год уже наступил. Поздравляю всех с этим праздником и желаю в этом новом году всего самого лучшего, самого замечательного, крепкого здоровья всем. Много счастья, много улыбок, радости. Пусть ваши близкие всегда радуют вас. Любите их, пусть вы всегда будете любимы. И давайте будем оптимистами и верить в самое лучшее. Никогда не будем верить в плохое. Откинем все в сторону, потому что жизнь выстраивается такая вокруг нас, какую мы хотим выстроить вокруг себя. И я верю в это, и зачастую это очень-очень сильно влияет на жизнь человека. Если ты как-то замыкаешься себе, веришь в худшее, боишься чего-то, то 100% случится самое наихудшее. Если же ты веришь, что что-то будет 100% хорошо, что ты сильный, что ты мудрый, что твои близкие будут здоровы, все будет хорошо. Я искренне в это верю, потому что так, в принципе, всегда и получается. Так что давайте пожелаем друг другу, чтобы в нашей жизни было много оптимизма, много сил и много хороших, светлых мечтаний. Потому что без мечтаний жизнь скучна и стоит на месте. Когда человек о чем-то мечтает, во что-то верит, он всегда пытается этого добиться, и он не стоит на месте, он эволюционирует, у него появляются новые силы, новые эмоции, новые идеи. Давайте выпьем за эти мечтания, за эти идеи и пожелаем друг другу много-много сил для того, чтобы добиться того, чего мы на самом деле искренне очень сильно хотим. Всех поздравляю с новым 2012 годом, с годом дракона. И желаю самого-самого лучшего. До новых встреч. Пока.